В Германии потерпели крушение два истребителя Еврофайтер, которые столкнулись в воздухе во время учений. Оба пилота катапультировались, но по данным местных СМИ, только один из них остался жив. Сообщается, что спасательная команда обнаружила его на дереве. На месте падения самолетов начался пожар, который удалось потушить лишь 2 часа спустя. Инцидент произошел на северо-востоке страны, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, днем в понедельник. Обломки самолетов оказались разбросаны на обширной территории, но жилые дома от их падений не пострадали. Разбившиеся истребители входили в состав эскадрильи «Штайнхоф», которая дислоцируется рядом с городом Росток. В настоящее время на вооружении ряда стран ЕС стоит более 400 истребителей «Еврофайтер», которые серийно выпускаются с 2003 года.